Всем привет, дорогие друзья, это проект «Окей, Гуревск», но это будет не обычный выпуск, это будет специальный. Я в своем инстаграме, кстати, вот ссылочка, вот она сейчас здесь появится, вот, делал небольшой такой опрос за весь год, который мы снимали «Окей, Гуревск» в разных городах. Самых интересных, самых крутых, самых смешных чуваков мы выбрали, сделали небольшое голосование, и в итоге определилась тройка самых мощных, и сегодня они здесь, в нашей студии. Это Костян из города Пионерский. Давайте сперва посмотрим. Посмотрим, освежим память, ролик. Итак, что там было, флешбэк. Костик, давай, смотри. Костик. Я, знаешь, блядь, Костик? Меня так 7 лет не называли. А как тебя называют? Костямба? Костян там. Костян там. Костян там. Костян там. Костян где? Костян-то. И Костян у нас сегодня в студии. Йоу, Костик, здорово. Йоу-йоу, привет, ребята. Костян где? Костян там. Костян сегодня с вами. Опять будет весело, будет жарко. Мощный, просто невероятный вовчек. Из города Калининграда был в выпуске про Пионерский, он сегодня тоже с нами, давайте тоже, если вдруг не помните, хотя как такое можно не помнить, на всякий случай посмотрим видос. С чего надо начинать общение с девочкой? Не надо грубить. Пример, как вот, пример, как нельзя грубить? У Вася поаккуратнее. А если ее зовут Вася, как купить? Это прискорбно. Так хорошо. Вовчик, здорово, ты сегодня с нами здесь. Да, я с вами. Как настроение у тебя? Вот. Мы с тобой по телефону договаривались. Ну? Я уже смеялся, понимаешь? Ты просто, я не знаю, что ты творишь, какая-то магия есть в тебе. Нет, нету никакой магии. Просто обычный, ты вообще обычный. По жизни позитивный, иду всегда вперед. Так, ну и третий, да, дополним эту картину. Его знают не только здесь, в Калининграде, и вся Россия о нем узнала, благодаря которому мы, собственно, и поехали на Первый канал. Об этом мы попозже тоже расскажем. Это Серега из Гвардейска, тот самый хакер. Как быстро взломать Wi-Fi? Сначала надо создать текстовой документ, написать, ну, по-английски, взлом Wi-Fi network и вставлять в сеть, потом равно password, сохраняйте карт, взлом.bat и такой... Черный открывается квадратик, и все мотается, мотается, и через 10 минут Wi-Fi взломан. Серег, здорово! Здравствуйте. Здравствуйте. Вот ты сразу видишь, с ноутом. Не, на самом деле, ноут, он мне понадобится. Я просто так для начальной картинки просто сделал. Хотелось бы сперва сразу же выразить благодарность фотостудии «Глянец». Спасибо большое, что у нас такой огромной дружной компании пустили вообще в это место. Потому что на улице еще холодно, да, Серег? На улице, хотя ты вот в свитере, с тобой, в принципе, можно было. Вот, Костян, ты как на улице? Да нормально, как дома. Не, надо наоборот сказать, что на улице плохо, здесь типа хорошо. На улице плохо, здесь вообще «Глянец», супер студия. Тоже что-нибудь скажи про «Глянец». Типа «Глянец» как хорошее слово? «Глянец» хорошее слово, просто позитивное. Зацени батон. Все, оставляем ссылки в описании, ребят. Если вам нужно сделать фотку, обязательно в эту студию. Мне кажется, вот особенно на крупном плане, ты нас не обманешь, что у тебя с лицом? Что вчера было? Дискотека в «Боге воздуха» в Пионерске была. Это дискотека века. HJ, H5Maker, эй, Ocean Dancer, Shaky Shaker, эй, Party Maker. Пацаны, нельзя так сразу смешно начинать, да? Серег, ты не понимаешь, что происходит? Про канал. Че? Про канал скажите. Про канал сказать твой, все, мы позже скажем, обязательно, не переживай. Расскажите, чем вы вообще занимаетесь? Я волонтер на Северном вокзале и на всей железной дороге, в принципе. Летят поезда, самолеты плывут. Мы сходим с ума, нам говорят все вокруг. Ел. Серег, давай, чем ты сейчас занимаешься? Ты учишься, скорее всего. Я учусь в 5 классе, и также у меня есть свой канал на Ютубе. Explain. Да. Это я объясняю, как что-то сделать, например, если какие-то игры не запускаются или проблемы с Windows, Kali, Linux. И даже объясняю, как накручивать все и взламывать кого-то. Накручивать просмотры можешь? Да. Все. То есть этот выпуск гарантированно наберет ли 1 000 000 просмотров? 2. 2 просмотра всего? Не, 1 000 000. 2 000 000. Костян, давай, завершай. У меня ни канала, пацаны, короче, ничего. Вот тут столько занятий у пацанов. Дело в том, что чем я занимаюсь? Да как все, что, работаю, ем, сплю, отдыхаю. А где работаешь? Можно ли называть? Нельзя называть? Неофициально работаю. Да? Неофициально? Очень гэнгстер работа. Копаешь янтарь? Окей, пацаны, на самом деле интересно, очень интересно, чем вы занимаетесь. На самом деле нет. Вот. А как изменилась ваша жизнь после выпуска? Просто интересно, что-то вообще поменялось? Вообще ничего. Меня стали узнавать на улицах. Серег, у тебя по-любому жизнь как-то поменялась? Стали всю школу узнавать, хакером называть. Костян, ну у тебя по-любому что-то... Я вообще, как понимаю, всех погремуха, да, после проекта появилась? Русская вообще просто заказы, гастроли. Вовчек, хакер и Костян раздолбали Инстаграм, да?
Будут небольшие задания, мы будем набирать баллы, и в конце будут призы. Сколько примерно человек тебя вот узнало, Вовчик, после выпуска «Окей, Гуриск»? Ну, человек... Ну, где-то 200 человек, кто меня узнало. Тебя сколько раз, Серег, узнали? Со школы еще полгода. Ну, примерно сколько это людей? 1003. Так, и Костян, сколько ты? Ну, сколько у нас населения, там чуть больше 11 тысяч. Ну, это каждый третий максимум говорит, ты салют, Костян. 11 разделить на 3, сколько будет? Не делится. К сожалению. Ну, давай 3500, нормально будет? Примерно. Все, ребят, короче, это были первые баллы. Вовчик, ты продешевил сильно, видишь? Че? Главное не победа. Главное участие. Стопудово. Будем обсуждать, конечно, ваши ролики, ваши видосы. Были комментарии, которым я никак не мог ответить, потому что они были адресованы вам, не мне, понимаете? И вот настал тот момент, когда вам придется, собственно, эту прямую линию самим пройти и ответить этим подписчикам. Кисти в своем репертуаре, хоть кто-то из одноклассников стал знаменитым. Илюха, привет. Ну, давай, прокомментирую как-то. Реально одноклассники? Как вообще? Да, реально одноклассники, я увидел недавно. Опять же, все подходят, говорят, Костян, красава. Костя мой кумир, ору. Слушай, его я не знаю. Не знаешь. Давай обратимся к своему фанату. Денис. Денис? Да, Денис. Щевелев. Нет, просто Денис. Давай. Денис, спасибо. Я тебя не знаю. Блин, вон Руся, обратись к нему. Можно контактами обменяться, встретиться вообще. Я очень простой. Костик, смотри, он же, короче, месяц назад написал. Прикинь, он до сих пор орет. Вот так не останавливаясь, просто Костян! Такой типа, Костян! Может, уже полгорода разнес там. Бля, я хочу с ним дружить. Приезжай в Пионерс, будем дружить. Я смотрю, ты татухи бьешь на объем. Сделал бы какую-нибудь татуху себе? Да. Как татуху? Вот здесь Костян где? Костян там. Да? Или сиськи сделал бы так, чтобы соединять? Не сиськи вот такие, да. Две штуки. Одну, короче, нормальную, пионерскую, другую так. Чтоб только клиентов свадебных, корпоративных с такими роликами не растерять, можно юморить без матов. Раньше с детьми смотрели, а теперь не знаешь, чего ждать. Пошло. За мат извиняюсь, да, мата было очень много, бабушки, проходящие мимо, тоже не понравилось. Я умею общаться без мата, просто выдался такой момент, что было с матом. Да, ты копил просто, копил эти маты. Вот, думаю, вот Русу увижу, наору прям на него. Вот так не останавливаюсь. Из-за тебя, видишь, мы потеряли подписчика одного. Сорян, пацаны, с меня подписчик. Вовчек, готов встретиться раз на раз со своими фанатами? Раз-раз, не шайки раз. Да я всегда готов идти на таран. Ребята, а он есть в ВК или в Инсте? Слушай, есть? Да, я есть в ВК. Забиваешь просто Владимир Алексеев и... И там Кирова Туча. Ищешь меня, я вот такой в сварочном костюме. Как ты думаешь, ты единственный Владимир Алексеев там в сварочном костюме ВКонтакте? Ты представляешь, сколько их там? Наверное, единственный. Неповторимый. Да. А в Инсте? В Инсте-то ты есть? Я даже не знаю, что такое инста. Все, отпал вопрос. Я рабочий человек, конечно. Куда мне инста? Интересный парень, мне кажется, он немного прибухнул. Я тогда был трезвый, я просто после как снялся, мне сказали не мерзнуть, я прошел пиво. Иван Зацепер, все девки твои, был бы ты девкой, я бы тебе дал. Ух. Давай обратимся к нему, вот, обратимся. Смотри, он же перепутал твое имя. Да. Вот он, смотри, Дмитрий называет, ты другое, любое имя скажи, чтобы ему тоже было неповадно там. Вася, я не Иван, я Вовка. Так, если бы ты был девкой, что? Я бы от тебя вдул бы. Интересно, я бы понравилась бы Вовану. Подписчик один кот, котик, кстати. А, ты же любишь котиков. Да. Как совпало. Гладил бы ее так каждый день? Да. Заласкивал бы этот трамвай незаласканный. Трамвай незаласканный. Знаете, как у Дудя, знаешь, там типа это в кавычках пишется там цитаты. Это вы еще не видели, как он пляшет. И три огонечка. Слушай, ну на самом деле это такой провокационный коммент. Все-таки круто танцуешь ты, Вовчик. Да. А можно вот сейчас попросить тебя буквально такой небольшой элемент танцевальный, прямо сейчас. Все, поехали. Музыка будет. Нет, все? Красава, в натуре круто, три огонечка. Сереге, к тебе тоже комменты были мощные. Ну, у тебя понятно, у тебя там видос разлетелся по пабликам миллионным, там комментов было куча. У меня получилось, спасибо. Ну, понял, да, о чем речь? Ты же там раскладывал, как Wi-Fi взломать. Заходите на мой канал, ставьте лайк и покажу еще видео по взлому. 10 лайков, и видео выходит на следующий день. Это реально был метод, вот который ты рассказывал нам в выпуске, это правда? Так можно было взломать Wi-Fi? 93% что не получилось бы, но раньше... Нет, это получается. В 2016 году этот способ работал всем, пока его просто не раскрыли. Брат, после черного окошечка зависает система, что делать? Либо у тебя компьютер не тянет, и оператива уже, и...
операционная система уже хромает. И, в общем, компьютер фигня. Может, у него вообще компьютера нет, прикинь? У него просто черное окошко. У него черное окно. Он просто смотрит черное окно. Вылетает, что делает? Когда-нибудь покушался на соседский Wi-Fi? Это же такая, блин, прям хочется зайти так, хэп. Если они не с телефона раздают, если с телефона раздают, то, конечно, увидят, потому что когда раздаешь точки доступа модем, то будут подключенные пользователи. Все, Серега, извини, Вован, как, нормально все? Нормально. Интересная тема. Ага. Ты давай слушай, потом будешь тоже девчонок ламывать. Так, давай следующий коммент. Не хотел бы я его взбесить. Кто в последний раз прям тебя выбесил, прям жестко? Это мои две Ладно, я не буду это говорить. Почти проговорился. В России таких детей очень много, и что печальное, государство не содержит, и они уезжают работать за границу. Если честно, это вранье, на самом деле таких детей очень мало, потому что берут дети в интернете, смотрят видео, а потом снова это же видео показывают только у себя на канале. Но ты не уедешь никуда, когда вырастешь? Нет, за границу не уеду. Нормально. Так и будешь в гвардейске? Да. Идем дальше, поиграем в такую игру, как крокодил. Играли когда-нибудь в крокодил? Нет. Смотри, объясняю правила. Ты играл когда-нибудь, да? Объясняю правила, ладно, кто не знает. Показывается слово на экране. В данном случае это будет комментарий, который вам был адресован под видео. Все, показывай коммент. Должен как-то показать. Ты я? Так. Я солнышко. Я звезда, упавшая с небес. Петарды! Я взрываю петарды! А, я проезжаю в твой город, оставляя после себя руины. Беру жигу, курю. Петарды? Пи! А, это ангелы, упавшие с небес. Я огонь? Да! Да, есть, Вовчик огонь. Вот, видишь, Вовчик огонь. Все, фух, идем дальше. Так, следующий комментарий. Все, не смотри на экран, Вовчик. Я строитель? Почти. Я упырь? Ну, если честно, как ты отгадываешь, то да. Я? Шпылевыли? Раз, два. Почему такие мысли? Все, давай покажем. Больше вовчегов, типа, ты не один, тебя много. И все, последний коммент, надо тебе угадать. Давай. Нет, ты что-то, Серег, ты не то показываешь. Да, смотри. Я? Водитель? Фафа? Водитель? Что он делает? Водитель? Рулю. Что, соответственно? Веду. Я рулю. Есть. Вовчик рулит. Итак, первый коммент. Я олень. Ты как и показывал. Я заяц. Я зайчик. Я зайчик. Ну, почти. Защита. Такой зайка. Засчитывается. Идем дальше. Вот, мне кажется, это должен Костя показывать. Гангстер. Гопник. Другие слова, синонимы какие еще могут быть? Я не буду открывать. Не, там цензурно, все цензурно, там не маты там. Ладно, мне кажется, это будет долго, все, хулиганчик, хулиган. А, почти угадал. Ну, почти угадал, конечно. Как это показать? А как это показать? Как-то, давайте как-то это покажем. Я пухлик. Почти, кстати, почти. Толстячок. Как это показать? Я не знаю, как это показать. Давай. Я такое слово-то первый раз вижу вообще. Это нереально будет догадать. Вовчик, есть какие-то мысли, как показать это? Я не буду это комментировать. Вовчик, ты хоть что-нибудь показал вообще? Давай, это твой выход. Я шарик. Шарик. Короче, не знаю как, мы проиграли, пацаны, смотри, такой помпоська. Помпоська. Нет вариантов. Все, первый коммент. Самый языкастый. Язык враг мой. На язык подвешен. Есть, язык у чувака подвешен, коммент был. О, это будет, может, чуть-чуть. Ну ладно, типа. Тоже хулиганчик. Быдло. Есть. Это первое слово. Второе слово. One love тому, кто написал.
быдло и алкоголик. Дно. Днище. Есть коммент, смотри, это тебе писали, быдло, днище. Все, и последний коммент сегодня, смотрим туда. Братан. Ну мы кто с ним, типа? Кореша, кореш, есть, братан. Есть. Так, ну, объедини все. Кореша, кореш, братан, дружище, дружбан, он мой братан, или что? И туда еще слово вклинь, третье. Он мой лучший братан, он самый лучший братан. Костян, моего кореша брат. А. По результатам этого интерактива крокодил больше всего времени понадобилось Вовчегу, меньше всего понадобилось Костику, и второе место получается у нас Серега. Поэтому Костик получает 3 балла, у него получается 3503 балла, у Сереги 4002 балла, а у Вовки 201. 201 балл, как тебе, нормально? Нормально. Нормально, пойдет. Я не жмот. Не надо. Так, движемся дальше. Парни, следующий небольшой челлендж будет. Для этого мне нужно, чтобы... Серег, давай, ты надеваешь наушники. Не слышишь, да, о чем мы говорим? Не слышишь нас? Серега. Чего? Не слышишь Серега. Нас? Все, отлично. Короче, мы поговорим о матах. На самом деле не будет никакого интерактива с наушниками, просто чтобы Серега нас не слышал сейчас, о чем будем говорить. Я посчитал все маты, которые ты сказал в нашем выпуске, их было 17. Вот некоторые из них прямо сейчас на экране. Посмотрим. Блять. Вырежьте эту хуйню. Самый пизливый из банды. Она скажет, ты ебать мудак. Вот, это я самые смешные выбрал, вот. Но после этого произошла такая ситуация. Давайте посмотрим. Да, в свободное время люблю заниматься хуйней. Как бы. Другого слова нет. Другого слова нет. Давай заменим. Трудно очень сейчас вот прям замену найти. Вот, собственно, к чему мы дальше идем. Мы попробуем все-таки их заменить. Что, все, можешь снимать. Да, снимай. Все, нормально музыка была? Ага. Все. Деспасито лучше. Деспасито лучше. Я нашел древние славянские ругательства. Они абсолютно цензурные. И вы будете пытаться угадать, что они значат. Кто угадал, тому бал. Все очень просто, да? А зачем я наушники делал? Ничего, потом. Потом видео посмотришь, поймешь. Крючок заценить. Вижехвостка. Как вы думаете, кого называли раньше вижехвосткой? Тот, кто ходит хвостом за мальчиками. Ты как думаешь? Просто плохая девочка, за которой никто не бегает даже. Слабоумная, но при этом за мальчиками бегает. Вижехвостка – это сплетница. Означает сплетница. Так, ну ничего, все впереди еще. Глазопялка. Как вы думаете? Глаза на пятки. Это очень обидное ругательство, мне кажется. Любопытная, может быть, какая-нибудь. Любопытная. Кого мы могли называть глазопялкой? Тех людей, которые могли, видеть человека. А ты уверен, что это ругательство? Ты что, видишь всех? Скифу. Фу, глазопялка. Глазопялка. На самом деле, бал Костяну. Потому что глазопялка, это означает любопытный. Насчет того, что это трек, ну можете сказать, что там? Какой трек? Из-за чего наушники одевал. Не-не, потом, попозже узнаешь. Елдыга. Итак, что означает елдыга, как вы думаете? Это ругательство, так называли человека. От слова елда. Ну, то есть, ну, как простым языком, как это может быть? Типа, вот ты, типа... Елдок. Много рандондонится. Много рандондонится. Хорошо, как ты думаешь, Серег, как это, кого могли бы раньше называть? Это цензурные маты, на самом деле, тут ничего жесткого нет. Тупая. Ну, типа тупой. Ненадежный какой-то товарищ. Ненадежный товарищ. Итак, правильный ответ. Елдыга. Вот, Костя, кстати, ты должен был знать. Потому что елдыга – это человек, склонный к брани. Вот ты в выпуске про Пионерск, ты был елдыгой. Теперь я поеду домой и буду знать, что я елдыга. Все, если что, новая кликуха тебе. Перестаньте всем давать погоняло. Итак, Курощуп. Кого могли назвать? Курощуп – это. Ну, парень, который интересен в женских кругах. Ты как считаешь, Серег? Человек, который бегает за курами? Нет, я считаю, что бегает за девчонками. Бегает за девчонками? Вовчик, как думаешь, Курощуп, кто это мог бы быть? Девчонок лапает, который... Курощуп означает бабник. Означает бабник, вы все послушайте. Я не бабник, я общительный. Да, а ты, кстати, не Курощуп? Как ты считаешь? Я вот елдыга, допустим. Курощуп, как ты относишься к вижехвосткам, кстати? Нормально отношусь. Мы, кстати, сейчас всем кликуху придумаем. У нас есть Курощуп, есть елдыга. Это будет самое обидное шоу. Позвал чуваков и обосрал их здесь. Пятигуз. Пятигуз. Что такое пятигуз? Пятигуз. Да. Кого бы ты, Вовчик, мог назвать пятигузом? Опа.
Блин. Тихо, Вовчик, давай, вставай. Что ты исполняешь? Визуальный конкурс был. Больно, да? Человек с 5 характерами. Опа, 5 характеров. Так, как ты думаешь, так же? Согласишься? Ну, Пятигуз для меня это неверный человек. Слушай, ну я не знаю, наверное, можно засчитать. Пятигуз это ненадежный человек. Ненадежный, Костян Убал, красавчик. Шлында. Гулёна, там кто любит гулять. Гулять. Шлындать. Типа вот гуляка. Ну, да, да, давай. Озорной гуляка. Ну, что-то наподобие шлюхи и шкуры. Так. И, да, это оно доказывает, что она шлюха. Все, ну то есть что-то в этой сфере, как ты думаешь? Шлында. Шлында это в переменном, ну, женском стиле, это, ну, бабник это тот, кто по женщинам ходит, а женщина это то по мужчинам. Которая за мужчинами бегает. Да. Выиграл-то Костик. Костик, вот видно, что по ругательствам там спец. Гуляка. Шлында означает бродяга, тунеядец. Бродяга, гуляка, который не занимается просто ничем. Просто шляется. Я рабочий человек, я не бродяга. Ты не шлында. Ты курощуп, ты забыл. Курощуп. А, курощуп. Да. Все, и последнее. Последнее ругательство, пацаны, надо отгадать. Дуботолк. Кто такой мог бы быть дуботолк? Который... Тупой. Ты же подзвучил. Ну, хорошо, что ты не танцевал. Да. Да, как думаешь? Тупой ум. Тупой, все, ты правильно, ну, правильно. Который как дупо думает. А я вот как Серега думаю. Вот как раз таки в этом задании я был сам дуботолк, потому что дуботолк это дурак. Я дурак, я взял, почему-то проговорился, поэтому всем по баллу. Пацаны, похлопаем себе, все. Теперь вы знаете очень много таких классных ругательств, о которых, кстати, никто не знает. Вы можете так ругаться, каким угодно, никто даже не поймет. А вам зато приятно. Я перед тем, как пригласить вас сюда, в эту студию, обратился к своей аудитории и попросил прислать любые вопросы для вас. Вот каких людей интересуют вопросы персонально. Так, Серег, тебе вопросы. Какие у тебя отношения с Аней Калашниковой? Все-таки всех вот это интересует. Как бы мы с ней общаемся как друзья. То есть ничего вообще никак не повлияло, то, что ты ее взламывал там? Не, ее страницу не взломаешь. Да, не взломаешь. И вашу тоже. Ты чё? Ты, может, поэтому у нас так нет подписчиков до сих пор? Как бы отреагировал ты, если бы тебя таким же образом взломала Аня Калашникова? Она бы не смогла. Она не... Почему? Потому что девочки. И феминистки за сердце сейчас где-то... Ух. Можешь ли ты взломать электронный дневник? Это реально взломать? Хотелось это сделать. Всё-таки есть двоечка, да? За что у тебя двойка? Сейчас по информатике. И последний вопрос. Как съездил в Москву, спрашивают люди. Начнем сначала. Я вот когда летела в Москву, мне очень удивилось, что я лечу именно. Mm-hmm. Просто не думал, что я стану таким уже знаменитым. Вот. Мне фильмы Дмитрия Нагиева нравятся, и там я все его фотки, все его тэфи видел. Короче, хорошо съездили в Москву. Да. Снялись передачи, называлось «Видели видео». Что за тебя делают, Серег? Ты прям... Ну почему-то нас не показали. Почему-то нас, кстати, ребята, почему-то нас не показали. Реально, нас сняли в одном из самых первых выпусков. Летом... Не именно... Фильмы Дмитрия Нагиева нравятся. Да, это прям... Кухня особенно. То, что и хотели от тебя подписчики, собственно, знать в этом вопросе. Вовчик, тебе вопрос от подписчиков. Как бы ты назвал свою школу пикапа? Вовчак Ганстер. Ганстер это американский киллер, негр. И чё? Ну-ка! Версус намечается. Как признаться девушке, что она тебе не нравится? Либо отшить ее. Вот как это сделать? Ну вот как? Вот она привязалась. У тебя такие красивые волосы, жаль, что они в носу. И твоими зубами я бы не улыбался. Так, ну это прям очень... А как грубо... Это ласково было. А как грубо? Это еще ласково было. Что ты до меня докопалась? Иди нахрен от меня. Как ты, кстати, хитро сказал слово «нахрен», так вроде как бы не слышал. Даже запикивать не надо. Да запикивать. Удобно, кстати, реально. Это... Во, сам себя запикал. Это суперспособность. Сам себя запикал. Человек суперспособности сам себя запикивает. Все, Костян, тебе вопросы. Погнали. Как поживает Лизавета? Отлично. Нормально все? Все хорошо. Отношения у вас... кстати, не обиделась она после этого видео? Смотрела она его? Да, она подруга как бы. Но она смотрела это видео? Да. Нормально. Да, пришлось поговорить. И вторая часть этого вопроса, как ее сиськи? Отличные, пионерские. Пионерские. Следующий вопрос. Есть ли у тебя девушка? Если нет, то можно ей стану я? К сожалению, есть. Для тебя. Давай на всякий случай, покажем. У нас есть фотография. Девушка симпатичная, я уверен. Она найдет свою. Она живет в Ростове. Она из Ростова. О, Баста, родина Басты. Да. Круто.
Ну, у меня есть девушка, я люблю свою девушку. Ну, если вдруг что-то произойдет, вы разойдетесь своей девушкой? Сразу на самолет в Ростов, да, короче? Да. Когда Костян Гуру PlayStation отдаст? Отдал уже, кстати, Гуру отдал, не гоните там. Все, отдал? Да. Переживает человек. Не PlayStation, а Xbox, кстати. А какой Xbox? Нормально. Xbox X или какой? Цепанул вопрос, я понимаю. Когда Костя перестанет пить? Такой вопрос. Такое ощущение, что это моя девушка задала этот вопрос. Вообще все вопросы тебе девушка задала, и даже про девушку из Ростова. Проверка была. Даже про, PlayStation, про PlayStation, да. Тоже? Про PlayStation, да. Как поживает Лизавета? Ты что, не понял, что ли? Это все вопросы. В теле какого известного человека вы бы хотели провести целые сутки? Такой вопрос был. Реальный вопрос, не я сам придумал. В теле какого человека ты бы хотел бы знаменитого переместиться? Григория Лепса. Все для тебя. Рассветы и туманы. Это Стас Михайлов. Это не он. А, Стас Михайлов. Если бы вы стали девушками, что в первую очередь сделали бы? Вовчик, ты девушка. Представь, что сделаешь первое? Сделал все, наладил все в городе бы. Так, Серег, стал бы ты девушкой, что бы сделал? Не высовывался бы на улице вообще. Потому что там будет разгуливать один маленький хакер из гвардейской. Ломать Wi-Fi. Ломать Wi-Fi. Так, Костян, ты девушка. Я не знаю, что бы я сделал первым делом, но я был бы, мне кажется, жесткой девушкой. Мне бы пришлось добиваться, очень жестко дарить цветы и как бы такой... Трэшил бы просто. Шлында, как я бы, вот, с пивком бы, допустим, такой девушке не подошел бы, да. Хорошо. И последний вопрос, он такой, немножко с плесенью вопрос. Его обычно всем задают, но все-таки тоже задавали часто. Не томи, прорвемся. Какая у вас мечта? Ну, программистом стать. Программистом стать? Ну, это уже умею, но лучше официально. Просто мечта уже сбылась. Почти. Да мечта не знаю. С любимым человеком где-нибудь встретить старость в прекрасном месте. Да? Было бы здорово. Спасибо. Да. То есть мы так четвером должны встретиться, да, когда-нибудь? Да, обязательно. Ты же про нас говорил, да? А? Про нас же говорил? Да, естественно, про всю команду. Покоя в городе, в котором живу. Чтобы все было нормально, чтобы не беспределили, чтобы не убивали, чтобы не душили. Все, чтобы было ровно в моем городе. Короче, чтобы Костян из дома не выходил. Нет, Костян, это отдельная тема. Парни, все, классно пообщались, давайте похлопаем. Классно пообщались. Призы. Мы не просто так же баллы, да, набирали, пацаны. Три конверта, которые я нашел дома, прям вот реально рваный какой-то конверт. Какой-то, это со свадебного приглашения вообще. Вот это какой-то помощь какой-то приходил. Кто больше баллов набрал, тот, собственно, первым и тянет конверт. 500 рублей, 300, 200 рублей. Короче, общий призовой фонд косарь. Видите, как я продешевил с вами. Обещал вам миллионы. Как серьезно, все. 200 рублей, мой первый заработок. Давай. Выбрал. Все, не открывай пока, не открывай. Так, дальше был у нас следующий, Костян. Ты был следующий. Вот этот красивый. Красивый. И тебе достается обычный, как в покере. Вскрываемся. Итак, у кого? Вскрываемся? Вскрываемся. Прямо? Итак, сколько у тебя? Подожди, я открыть его не могу. 200. 300. 300. Ну, уже никакой. Пятихаточка. Пока ты откроешь, блин. Пятихатка. Перед тем, как мы закончим наш выпуск, мне кажется, было весело. Весело было вообще? Да, нормально? Весело. Пообщались. Да, круто пообщались. Люди этого ждали очень долго. Мы должны обратиться на камеру к подписчикам. Смотрите, ребята, эти ребята делают вещи, они веселят народ. Они находят таких же веселых людей, как и они сами. У них крутая команда. Оставайтесь людьми. И самое главное... Цените тех людей, которые пытаются выделиться из серой массы. И любите таких людей. Это самое главное. А давайте вы сделаете ему хотя бы 10 тысяч подписчиков. А то он уже 3 года снимает. Не, давай как договорились, надо плакать. Детским слезам они поверят. Давай прям максимально грустное лицо сделаем. Делайте ему 10 тысяч подписчиков. Пожалуйста. Попрощаться тоже нужно оригинально. Давайте посмотрим. Был один фрагмент с одним из участников сегодняшней беседы. Как мы прощались? Прощание Вовчика. Опа! 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 Все, пацаны, давайте встаем. Прощаемся прощанием Вовчега. Йоу, поехали. Давай. Опа! 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 Все, спасибо большое, было что были круто. С нами, ребят. Это был специальный выпуск проекта «Окей, Гуревск». Вот эти чуваки сделали просто команда, сегодня передачу. Ребята. Давайте каждый сейчас закончит одним словом этот выпуск. Любым словом, какой хочешь сказать. Вовчик, одно слово любое. Будьте счастливы. Почти одно. Кость, да, одно слово любое. Любите. Подписывайтесь на канал. Это был проект «Окей, Гуревск». Пока.